по инициативе профсоюзного комитета ГСПЧС 6 ноября на территории Свято-Илинского храмового комплекса работники Чернобыльской атомной электростанции провели субботник по благоустройству территории. Более 100 станционников активно разравнивали земли и очищали территорию от строительного и другого мусора. Кто участвует в субботнике? В субботнике участвуют работники станции, изъявившие желание. К сожалению, цехов не могу сказать, потому что их много. На данный момент у меня есть список, 97 человек только подали свое участие, заявку на участие, а соответственно еще люди дописывались. Поэтому я думаю, что около 100 человек, мы тут быстро справимся. Фронт работ. Фронт работ. Значит, перед нами поставлена задача выровнять грунт нацепной, то есть ландшафтный дизайн, назовем так его, убрать деревянный забор, демонтировать его и переместить на другую сторону уже в качестве дров, а также поскладировать дрова и перебрать деревянные леса, которые тоже пойдут потом на распалку. То есть очень мужская работа? Это абсолютно мужская работа, хотя, вы знаете, женщины тоже записывались. Строительство храма идет к завершению. Воздвигаемый увековечить память героев Чернобыля, Свято-Илинский храмовый комплекс не одно десятилетие будет служить напоминанием о героях Чернобыля и ликвидаторах последствий аварии на 4-м блоке ЧАЭС. Глядя на стены возведенного храма, хочется верить, что спустя 20 лет Свято-Илинский храмовый комплекс откроет свои двери прихожанам. Согласно документальным данным Славутического городского архива, решение о сооружении православного храма было принято властями местного совета 15 декабря 1995 года, а само строительство начато в 1999 году. Возможно, горожане помнят известный потоп в июле 1999 года, а вот накануне был совершен обряд освящения и закладка гильзы, в которой православные славутчане оставили послание потомков в фундаменте будущего храма. Мы тут всем миром строим. И вот надеюсь, что в этом году, в 2015, мы его завершим. И, собственно говоря, я был внутри очень красиво. Не случайно наш храмовый комплекс построен на проспекте Героев Чернобыля. Историческая память живет долго. Наша память и наша благодарность всех тех, кто сегодня живет в Славутичи и продолжает славное дело атомщиков. Тех, кто каждый день ездит на станцию и выполняет свою работу. Мы все с большой ответственностью подходим к этому мероприятию. И, это наша история, мы должны ее чтить. И, собственно говоря, количество людей показывает тому, что это действительно важно и нужно для города, для нас, станционников.